На праздники в честь воссоединения Крыма с Россией записывали волонтеры. Любой желающий мог вступить в штаб подготовки к празднованию Дня Победы. Родная, ослепительная, светлая, яркая. Своими представлениями о родине и пожеланиями ее гражданам поделились гости праздника на стилизованной карте. Третью годовщину присоединения Крыма отметили при поддержке молодежного совета Московского района. У меня многие друзья и некоторые родственники живут в Крыму и считают для себя лично это праздником, который, воссоединение как бы старого региона, который и так считался Россией. Мы хотели, чтобы здесь сегодня собрались дети. Во-первых, они вспомнили про этот день. Они пообщались между собой, они обсудили этот большой праздничный день, который для всех важен, значим и останется в истории. Патриотический праздник получился со спортивным уклоном. Также любой гость акции мог записаться в волонтеры Победы. Совсем скоро их помощь будет очень востребована, ведь активисты молодежного совета Московского района проводят мероприятия, приуроченные к 9 мая, и помогают ветеранам Великой Отечественной войны. В марте самое время начать подготовку.